Всем привет! Сегодня у нас на ремонте моющий пылесос. Вернее, он не моющий, это просто пылесос с водяным фильтром. Ну, нижней части нету. Мне принесли только верхнюю часть, потому что тут находится вот мотор. Все, кнопка включения. И вот он и не работал у нас. Пылесос SEG какой-то. 1600 ватт. Ну вот, этикетки. Как он выглядит полностью, я не знаю, потому что вот эту часть мне остальную не принесли. Давайте посмотрим, что с ним случилось и почему он не работает. Для того, чтобы его разобрать, нужно взять длинную отвертку и находим вот 4 таких у нас места, где находится. Нужно открутить 4 самореза. Вот я их уже выкрутил. Эти саморезики. И после этого мы можем вот эту часть отделить, разобрать вот таким образом. И вот мы видим сам двигатель, провод. Тут вот у нас кнопочка включения с той стороны. Так, ну вот эту часть, как снимается, я так и не понял. Вернее, я понял, что чтобы ее снять, нужно каким-то образом снять кнопку. И там будет саморезик еще один. Как снимается кнопка, я не понял, но мне это не надо абсолютно, потому что выключатель исправный. Вот так к мотору мы имеем доступ хороший. И тут мы видим щетки. Первое, что нужно сделать, это посмотреть наши щетки. Вот. Пришел самый главный мастер, который, видите, нюхает, да, щеточки, проверяет. Ну как? Мастер, что скажешь? Я прав? Да, судя по всему, я прав, и надо проверить щетки. Да? Мур. Поэтому берем отверточку и откручиваем вот один болтик. Теперь можно вытащить щетку. Щетка у нас, в принципе, в хорошем, нормальном таком состоянии, в рабочем. Ну вот дальше, сейчас попробую вам показать. Ну, во-первых, я забыл вам показать, видите, ржавчина. То есть сюда попадает вода, влажный воздух, и все начинает ржаветь. А, ну, сырость. Ржавчина – это как раз вот враг всех хороших контактов. И вот сейчас попробую вам. Вот там язычок. Так, вон он. Вот отверточка, я показываю на него. Сейчас. Вот. Так, может, получше будет видно. Вон язычок. Это контакт на щетку. Он оплавленный весь. То есть попала сырость, контакт окислился. И у нас этот контакт просто выгорел. И поменять его он не меняется. Поэтому, в принципе, самый правильный ремонт – это замена всего двигателя, что не совсем, не знаю, есть смысл его менять или нету, по крайней мере, я даже не знаю, где такой двигатель взять. Что я сделал? Я его, вот этот контакт, я его зачистил, убрал оттуда окислы и потом взял вот этот контакт, который прижимает уже на щетке, куда входит, и немножко отогнул. И вот после этого я аккуратненько собираем и смотрим, чтобы язычок, вот тот язычок контакта, попал именно вот сюда. Вот в это место. Вот так он попал. Вот так. Щелк.
сделать это. Так, тут еще вот тоже подогнуть, чтобы у нас щетка не разбиралась. Она прижмется и разбираться не будет. Вот. Вот мы его поставили на место и закручиваем. И закручиваем. Точно так же проверяем вторую щетку, но вторая щетка, я уже просто проверил, вторая щетка у этого пылесоса нормальная. И теперь он у нас опять работает. Сейчас мы его включим. Нет. И проверим. Да? При этом будет интересна реакция кота. Нашего главного мастера, да? Я бы лучше сразу отошел. Так, ну проверяем. Все, все работает. Осталось только собрать и отдать хозяину. Все. Всем пока. До новых встреч. Дальше будет интересней.